Открытая трибуна. Нужны ли в Украине монеты номиналом 1 и 2 копейки? Я считаю, что монеты номиналом 1 и 2 копейки не нужны, так как сейчас в супермаркетах и во всех магазинах округляют вот эти суммы, как бы и сдачу дают в округленном это варианте, то мое мнение такое, что их можно убрать и нужно. Думаю, не нужны. Ну, потому что их уже давно никто не использует. То есть они как бы бессмысленные. Я думаю, что не нужны. Ну, потому что их нигде не берут, и никто ими не пользуется. Я считаю, что нет. Это как бы пережиток прошлого. Сейчас мелочь вообще, как бы, считаю, что не нужна. Ну, как бы так сказать, вроде бы и не надо это. Ну, мы прощаем, там, их округляют. Ну, где-то, понимаете, все-таки наживаются на эти копейки. Я думаю, нет, не нужны. Я сама работаю в сфере торговли, то есть в аптеке, и это постоянно вызывает проблему. То есть они не дают той функциональной необходимости, которая заложена в них изначально. Я думаю, нет, не нужны. Почему? Ну, потому что сейчас им никто не расплачивается. Цены большие, поэтому 1-2 копейки, мне кажется, роли не играют. Уже даже таких цен нету. Однозначно нет. Честно вам сказать, я редко мелочью такой пользуюсь и беру сдачи так же самое, чтобы в кармане не лежали, поэтому они вообще не нужны. Открытая трибуна.